Это остров, на котором, собственно, был расположен сам город Кёнигсберг, там где-то 60 лет назад. И, собственно, здесь все жили. И Кант, и еврейские просветители, и Мендельсон здесь останавливались. Вообще абсолютно вот территория этого города. Город очень маленький, любой средневековый город. Сейчас здесь осталось только одно здание. Это вот этот собор, который восстановили немцы, где есть могила Канта. Больше никаких зданий нет. Но весь город помещался именно на этой территории. Кант. Эммануэль Кант. 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 Эммануэль Кант. Гегель, Гегель, Гегель. Вы находитесь в городе Калининграде, на улице Коперника. Все вот. К. Да, все К, да. Я не знаю, что это третье К. Третье К это Кёнигсберг. Кёнигсберг, да. А четвертое К это Кант. Очень хорошо. А пятое К это Кавка. Потому что объединяет все. Да. Волнуюсь. Потому что я приехал условно в свой собственный город. Именно город Эммануэля Канта, город философа, который, если не всех сказал о непознаваемом и о том, что мы ничего знать не можем, а именно объявил о вещи в себе. Да, еще было здесь 7 мостов, знаменитые Кёнигсбергские мосты 13-14 века. И задача Эйлера, как пройти по всем мостам по одному разу, она была именно здесь. Все мосты взорваны. На месте их построен этот большой мост, через который мы сейчас переходим. Миленькие мои дети, Кант никогда не был философом. Он не был кем? Не был философом. А кем он был? А если вы хотите знать, то вы сначала прочтите его выдающиеся произведения, которые называются «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика суждения» и «Критика религии». Мы, честно говоря, наблюдаем по дороге очень много фантастической реальности, и здесь в какой-то степени некий эпицентр, потому что здесь один из самых красивых европейских городов, которого всей этой красоты нету, потому что она была. А почему здесь похоронен? И кто это создал, вы знаете? Вот это сооружение. Не знаете? А вы уверены, что он здесь похоронен? Я сейчас только докажу вам и покажу вам, только что он. А вы много тут не знаете. Вы находитесь в таком месте, что должны знать. И вот, ну я сейчас, если еще терпения вам хватит, то я вам еще покажу и по отношению к еврейскому населению. Самый большой еврейский город в Германии был Кёнигсберг. В Кёнигсберге я лежу в большую трагедию. В Кёнигсберге была самая большая синагога. Все коллективно допускаем ошибки, ведь кто-то же допускает их в этом месте. Так почему мы считаем, что это они, а не мы? И мне кажется, что философия Канта, собственно, вся идея критики, она как раз и сводится к этому. Сводится к тому, что то, что нам представляется непосредственно данным опытом, на самом деле совсем не является непосредственно данным. А для того, чтобы понять, что нам на самом деле дано, нужно прикладывать усилия. Путешествие сооружаем переносной храм, выносим его из города в город. Он все время обрастает новыми стенами, и на этих стенах появляются все время новые изображения. В каждом новом пункте возникают новые образы, которые на этой стене каким-то образом отражаются. У нас появилось уже три стенки. У нас есть Рижская стенка, у нас есть Литва,
то, что мы успели сделать в Каунасе. И у нас появляется Калининград прямо у нас на глазах каким-то образом. Да? И наш проект называется «Маасе авот симан лебаним». Как бы что делали папы, это что сейчас случается в наше время, и мы это можем видеть с нашими глазами. Здесь Кант говорит о том, что сознанию человека свойственна спонтанность. И без этой спонтанности невозможно никакое мышление. Например, ну, неважно, мы едем куда-нибудь, и спонтанно происходит совсем не то, что запланировано. Предположим, убрать эту спонтанность, а все, ничего нет уже сразу же. Все разваливается. Я не знаю, Пушкин читал Канта или не читал Канта, но написал, тоже что открыл Кант, только в художественной форме, в одной сказке. В какой сказке Пушкин повторил Канта в художественной форме? Не знаете? Трудно вам сказать. А я вам скажу. Есть сказка о золотой рыбке. Слышали? Причем осталась старуха. Разбитого корыта? А это и есть в художественной форме то, что доказал ученый Кант. Где? Вот сейчас, через секунду, будем Наполеон Александр Тиктов. Если мы меряем мир абсолютом, то мы, ну, в конце концов, должны погибнуть, мы должны умереть. Мы можем попытаться не умереть.